этому событию долго готовились. Учились в институте, торопясь сессию последнего семестра, и учились в школах командиров и комиссаров, мастеров-строителей. Они шагнут в мир, который будут строить своими руками. Мы студенты третьего курса, историки из Белорусского государственного университета. Наш отряд-реставратор трудится над восстановлением Николаевской церкви, памятника 17 века в городе Могилеве. Церковь интересна тем, что здесь сочетается своеобразие архитектуры. Чисто местные традиции переплетаются с культовой архитектурой католицизма. Также в Николаевской церкви находится очень интересный иконостас, выполненный белорусскими мастерами. Мы ставим леса, убираем завалы в церкви, снимали штукатурку. После всех работ, которые мы проводим, сюда придут художники. И буквально через несколько лет этот прекрасный памятник архитектуре, Николаевская церковь, снова будет привлекать внимание своей прекрасной архитектурой. В самой церкви планируется через несколько лет отделение Могилевского краеведческого музея, атеистический отдел. Ну, нас больше всего здесь привлекает необычайность обстановки, своеобразие работ. Историки сами дотрагиваются до памятников старины. Для нас, историков, очень знаменательно, что именно мы явились первыми студентами, которые составили студенческие реставрационные отряды в Белоруссии. Уезжали, провожали в добрый час, на работу уезжали первый раз. Мы теперь все вместе, все друзья, а без дружбы жить нам здесь нельзя. И впервые мы от дома далеко, далеко. Жить нам будет очень нелегко, нелегко. Но собравшись вместе, запоем, запоем. Все заботы и работы нипочем. Мы приехали сюда после окончания экзаменов. 1 июля мы приехали. Скажите, какой участок на стройке больше всего вам нравится? Наш турбинный цех. Ну, потому мы здесь и работаем по специальности, так сказать. Потому что нам это приносит какую-то пользу, если мы работаем здесь по специальности, значит, увидим все оборудование, которое здесь устанавливается. Не только смотрим, но и делаем сами что-то. То есть практика. Мы много видим, конечно, больше, чем мы в институте просто получили. Ну да, но каждый у нас имеет свободное перемещение по станции. Все можно посмотреть за эти 2 месяца, можно все узнать, как устроена эта станция, все принципы работы.